Ой, Оздоев ошибся. Симак. Удар. И носочком технично. Ну, молодец Сергей Симак, а? Молодец. Не было времени для замаха, чтобы сильно пробить. И он носочком. Ну, двойная была ошибка локомотивцев. И опять с этого фланга, Денис, как раз с того фланга. Чувствуете, да? Да, вот сейчас почувствовал. 2-0. А посмотри, какие голы полезные забивают. Вот смотри, какой носочком. И все, вратарь бессилен. Симак. Ай да Симак. Дани. Обыграл Чермуку. Пас. Удар. Константин Зырянов. Но как правильно, кажется, Смольников или Ебестров. Кто-то мяч этот пропустил аккуратно. Но и Зырянов гроссмейстерски точно положил в угол. В один. Но Дани, он великолепный пас выдал, накрутил троих. И Зырянов точно послал мяч в ворота. И удар, гол! Буквально ввели мяч в ворота, многоходовая комбинация, и Дани подарил. И Рондон забивает 13-й мяч в чемпионате. Шатов, Дани. Потрясающе сейчас он выложил, как на блюдечке, с голубой каемочкой. 1-0. Подача. И гол! Смольников! 1-1. Ну вот сейчас Халк подал чуть повыше, и к радости болельщиков «Зенита» Смольников сравнивает счет. 1-1. Ну а Смольников молодец. Дождался своего вот этого момента. И на этот раз Денисов чуть запоздал. 1-1. Сейчас Ари, это чувствуется по его общению с короткому с скамейкой. Это как раз шанс завести игру. Он в эти стычки идет именно поэтому. Ну вот как красиво сыграл Зенит. Браво, Дани! Такой парашютик отправил он за шиворот Гилерме. Отличная передача с правого фланга. Здесь Игорь Смольников просто пробросил, убежал. Ну и здесь это Игнатьев, по-моему, был. Да, Игнатьев посмотрел просто футбол. Как говорил в перерыве наш руководитель Валерий Юрьевич Карпин, играл не по игроку, а играл по мячу. Как только мяч летел в ворота, сразу замахались трибун. Опять он разгоняется, его не встречают, только сейчас Шатов получил передачу. И это удар по воротам, дальний угол, какой гол! Какой гол Олега Шатова, и аплодируют все, даже Сергей Симак. Впрочем, почему даже он первым должен аплодировать такому великолепному удару своего игрока? Никаких шансов не было у Гилерми. Помог бы здесь прыжок Гилерми? Я, честно говоря, в этом не уверен. 1-0, очень важный гол для «Зенита». Смотрит только в штрафную. Пошла подача. Удар головой. 2-1. Ерохин и эффектный гол очередной. Очередной гол Ерохина. Смотрим повтор. Высоко выпрыгивает Ерохин. Четкий удар головой и мяч в воротах Гилерми. 2-1. Да, четвертый забитый мяч Александра Ерохина. И получается третий за неделю, потому что дубль был в игре с Оренбургом. Слева открывается свободная зона, потому что компактно старается «Локомотив» обороняться. Хевидес показывает, что нужно смещаться уже на этот фланг. Заброс в штрафную. Артем Дзюба принимает мяч на грудь. Разворачивается. 3-1. Несколько матчей подряд не удавалось забить Артему Дзюбе после голевой серии. Но вот здесь он разобрался очень четко. И даже высокие, мощные центральные защитники «Локомотива» не смогли Артема остановить. Четвертый гол Артема Дзюбы. Он сравнивается по этому показателю с Ерохин. И Ракинский! 1-0! Это как Лоран Блан и Фабиан Бардес! Это работает! Это работает! «Зенит» выходит вперед! Какой удар Ярослава Ракинского! И даже если Гильерме готовился к этому удару, все равно ничего с ним поделать нельзя. В форме готов играть на максимум возможности. Прострел Смольникова. Азмун как развернулся. Азмун фантастический гол забивает. Сердар Азмун. Вот это да! Только,
0. Да, только мы сказали про то, что Смольников вскрыл фланг и позволил команде сравнять счет. И вот происходит примерно то же самое. Азмун, как же здорово, поставил корпус. Вроде бы, казалось бы, можно бить с правой ноги ближней с этого прострела, но тем не менее развернулся и с носочка покатил мяч мимо Гилерми. Шикарный момент. Ну, сейчас как-то Дрюс просто элементарно открылся. Передача под удар, Аздоев! И 2-0! Магомед Аздоев! Потрясающе вложил мяч в девятку Магомед. Поразило, конечно, то, как на фланге Дрюси. Он здесь, смотри, просто ушел от двух соперников. Оба игрока Локомотива переключились на партнера Дрюси, а про него просто забыли. Ну и Аздоев без сопротивления бьет с линии штрафной. Просто влепил мяч в сетку. Ну и здесь очень красиво от перекладины прямо. Российского чемпионата по 22 мяча забили. Но Локомотив пропустил всего 4, и половину из них пропустил от Тамбова. Азмун! Гильерме! И еще момент Малком! И еще момент Дюба! Ой, какой красавец! Какой дюбинатор! Дюбинец левой ноги перебросил шикарно! Через Гильерме! 1-0! Зенит! 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 Дважды блокировали удары игроков Зенита футболисты Локомотива. И здесь Сазмун на Малкома, мяч отскакивает к Иранцу. Иранец бьет. Здесь Гильерме! Здесь Гильерме! Мухин, голевая передача! Дзюба, шикарный парашют! Шикарнейший парашют! Потрясающий! Но ВАР будет смотреть. Ты можешь не знать что-то, что будет в будущем. Но что было в прошлом, ты все знаешь. Здесь, опа, 6-1. 6-1, это Малков. Но практически все игроки группы атаки забивают. Сегодня действительно все, что летит в ворота Гильермы. Вот все, что летело в игре со Спартаком, ЦСКА, Гильермы тащил. Все, что сегодня летит в ворота Гильермы в матче с Зенитом. Какой-то сюрреализм. 6-1, Малков.